Ждал весну, очень ждал, потому что моя пора, у меня день рождения скоро. Зиму сидел дома под пледом возле камина, пил чай. Солнце появилось, естественно, это очень сильно подняло настроение, сразу появилась какая-то мотивация там, к действиям, вот, и все такое. С весны всегда какие-то надежды, пробуждение от спячки от этой зимней. Очень рада, что сегодня есть солнце. Это солнце, это радость, это счастье, это причина для улыбки. Ну, как солнце первое появилось, такие типа, можно выходить на улицу спокойно, не ища что-то потеплее постоянно. Можно спокойно гулять, наконец-то. Пора такая красивая, все начинает расцветать. Имея дачу, хочется побольше бывать на природе, где-то общаться с природой, заметить, как расцветает все. Это очень интересно. Я вот жила и специально обращала внимание, все стараются улыбнуться. Особенно если не идешь, то встречу улыбаешься. Я люблю зиму, но мне кажется, что эту весну я на самом деле очень сильно ждал, и вот она пришла, поэтому мне очень надо. Можно ходить в пальто. Атмосферно, ходить в кофейне, гулять. Очень круто, очень тепло, очень солнечно, ярко. Я очень рада тому, что солнышко, больше времени и возможностей для прогулок. Не так сильно не замерзаешь, вот, поэтому я очень рада. Из любимых мест, конечно, тут в центре Немига, потрясающий. Ну и, конечно, самый большой плюс прихода весны, что можно снова кататься на велосипедах, на электросамокатах. В общем, это, конечно, прекрасно.